Так, друзья мои, мы сегодня в Uniqlo, как вы видите. Итак, начнем. Я хочу примерить вот эту вот юбку из толстой ткани. Она стоит $50. Ну и мы потом рассмотрим состав. И к ней продаются вот такие же вот топы. Юбка такая, вот видите, смотрите на девочке, клёш. И к ней есть вот такие же топы под цвет. Можно сделать такой костюмчик. А можно не делать костюмчик, а вот со свитером. Значит, они есть бежевые, светло-серые, зеленые, защитные и темно-серые. Еще я хотела, я, по-моему, примеряла, честно говоря, я не помню. Они сейчас на сейле стоят $30, длинная джинсовая юбка. Если найду свой размер. Есть такая серая и есть темно-синяя. Но посмотрю, буду примерять или нет, точно не знаю. Так, есть еще вот такие вот плотные теплые брюки со стрелкой зашитой, по-моему, или отглаженной зашитой. Они есть тоже вот бежевые, темно-синие, или это черный цвет, я не пойму, и светло-серые. Может быть, тоже возьму их померить. Вот так вот, видите, они изображены, $60 они стоят. Состав, там есть хлопок, в общем, полиэстер, вот такие широкие просторные брюки. Стеганая курточка с карманами. Есть вот такого за $100. Есть вот такие вот цвета оливки и есть бежевые. Мне нравятся. Я люблю такие куртки. Они удобные, симпатичные. Может быть, померим, если не найду ничего лучше. Так, вязаное платье вот с таким вот горлышком. За $59. С замочком пола как будто бы. Тоже есть зеленые, бежевые. И, наверное, еще какой-то цвет. А, вот эти вот, помните, я примеряла вот это платье в прошлый раз, и оно уже на распродаже. Стоит $50. Помните, я мерила его вот с такой вот с юбкой плиссированной. Вот они остались здесь. Есть еще такие же черные. Но мы же с вами его мерили. Есть прям много цветов. Черные, зеленые, бежевые и цвета терракот. Так, вот эти платья из новинок. Они есть темно-серые, бежевые. Вот такое за $60. Оно просто из такого трикотажа. Плотного очень трикотажа с карманами, расклешенное. Так, ну и много-много пуховиков уже пошло, видите, все уже в пуховиках, в шапках зимних, да, пуховиков много, но пуховики мы будем примерять попозже, поближе все-таки к зиме, сейчас еще довольно тепло для них. Так, девочки, мы в примерочной Uniqlo, все у нас сегодня в пастельных тонах, без рисуночков, без цветочков, все однотонное и все такое очень тихая роскошь, которая уже вроде бы, по-моему, вышла из моды, я так слышала, что уже это уже не тренд, и всем она уже надоела. И уже никто не хочет изображать такую роскошь ни в одежде, вообще ни в чем. Ну, как все тренды, конечно, это все временно. Но, тем не менее, вот зимние вещи, такие теплые осенние, куртка такая еще легкая, но вот уже мы начинаем примерять осень, хотя у нас еще тепло. Видите, я совсем в летнем платье и в босоножках, но как бы уже в магазинах одежда вся осенняя, причем уже давно. Давайте примерять и начнем. Так, первый костюм, это жилет с юбкой. Я хотела... Ой, давайте я свою сумку уберу, а то она так висит. Некрасиво. Жилет и юбка. Вот этот топ я принесла. Это такой трикотажный, по-моему, хлопчатобумажный. Но мы посмотрим топ в полосочку. Они есть разных цветов. Есть однотонные, есть в полоску, есть темные. Может быть, надо было взять темный для контраста. Просто для жилета, чтобы пододеть что-то вниз. И чтобы с ним примерять юбку-брюки, у меня еще здесь есть. Значит, вот этот костюм. Я хотела его примерить еще в прошлый раз. Он мне довольно нравится. Я должна сказать, что юбка очень симпатичная. Есть разных цветов они. И жилеты тоже есть разных цветов. Жилет я взяла small. Возможно, надо было взять medium, только medium. Потому что мне кажется, что жилет должен был быть посвободнее. Но в зале, если честно, я посмотрела, он такой огромный мне показался на вид, что я решила возьму лучше small. Но, в принципе, нормально, не страшно. Вы знаете, я должна сказать, что костюм, особенно вот юбка, мне даже очень нравится. Я сейчас сниму жилет. Вернее, сначала, может быть, померю куртку сверху. Потом сниму жилет и покажу вам, как юбка выглядит, вот если ее надевать чем-то вот вниз. Хотя вот здесь немножко трикотаж вот этот, оно как бы выделяет всякие неправильные места. Но если будет, например, другой цвет, то будет намного лучше. Просто на белом все очень хорошо видно. А если надеть ее под пояс, это жилет, может быть, так немножко поднять, то будет тоже неплохо выглядеть. Давайте попробуем. Так, вот смотрите, с поясом. У меня как раз белый пояс. Посмотрите, как неплохо выглядит, если вот так надеть с поясом и немножко приподнять ее вверх, чтобы здесь было как бы меньше
чтобы она была короче немножко. Мне кажется, что так тоже очень неплохо. Юбка классная, мне нравится. Так, вот такая вот стеганая базовая куртка. Она без воротника. А, тонкая. Это прям куртка на осень. У нее есть карманы. И есть вот здесь вот сбоку такая вот застежка. Она сзади немножко длиннее. Мне кажется, она очень классная. Сейчас я ее застегну хоть на одну кнопку. Ну, в общем, короче, это размер смола. Они довольно оверсайзные. Но это хорошо, потому что это вещь такая осенняя. Под нее нужно надеть свитер. Я очень люблю такого типа куртки. Они очень удобные. Легко, удобно и хорошо. Вот так накинул и пошел. У меня просто есть такого типа, мне не нужно. Они из бежевые и такие. Может быть, на сайте есть еще какие-то другие цвета. Если бы мне нужно было, я бы подумала вот на осень и на весну. Вот такую вот легкую курточку, прямо, знаете, почему она так закрывает сзади попу хорошо. И единственное, что кнопки пластиковые. Вот если был бы замок, наверное, было бы легче с ней оперировать. Но, в принципе, курточка симпатичная. Можно надеть красивый шарф, отсутствие воротника, так сказать, дает вам эти опции. И вот такие вот карманы, классического такого фасона, ромбовидная строчка. Я посмотрю, что у нее, ну, она не пуховая, конечно. Это еще из тонких таких осенних курток. И, в принципе, такие куртки можно пододевать под что-то, но это не та куртка, которую можно пододевать под пальто. У них другие есть, у них вот эти вот курточки, жилеты, которые можно пододевать под пальто, чтобы утепляться. А это все-таки такая, мне кажется, что это верхняя куртка, более такого верхнего. Так, вот так выглядит юбка. С топом заправленным внутрь. Вот этот вот топ полосатый. Он фактически как футболка. Такая в рубчик. Но длинный вот. Вот эта вот юбка. Видите, немножко отжимается живот. Ну, в общем. Или надо немножко белье утягивающее. А лучше всего, знаете, просто когда зимой вы будете ее носить с колготами. Я думаю, что колготки тоже все это здесь вот скрадывают и собирают. Во всяком случае, у меня так. И так не будет видно. Может быть, надо было мне размер ларч. Я самонадеянно схватила видео. Так вроде нормально, но вот здесь вот немножко. Ну, опять же, это белый цвет. На черном, наверное, бы не было. Ну, уже как есть. Вы знаете, я все-таки решила вышла и принесла больший размер. Но белых юбок не было ларч. И я принесла ларч серую. И жилет побольше. И что я вам хочу сказать? Жилет побольше, мне кажется, да. У меня был смол, сейчас у меня медиум, и мне кажется, что медиум лучше. Ну, как-то смол был маловат. А вот юбка, если честно, ну, во-первых, это темный цвет, поэтому не так отпечатывается живот. Но в ней реально живот меньше виден. Но вот здесь в боках она мне явно как-то, ну, вот великовата. Видите, прямо лишняя ткань. Вот здесь вот. Поэтому, черт его знает, я бы, наверное, просто, если бы покупала, то, наверное, бы покупала медиум, но темную, потому что она темная, не так все отпечатается. И потом она очень длинная, она намного длиннее, поскольку это больше размер, она намного длиннее. Понимаете? Но вот жилет, мне кажется, что побольше размер мне лучше. А юбка что-то, мне кажется, все-таки великовато. Ну так нормально, не страшно, но вот я вижу, что у меня прям, знаете, вот такие лишние здесь куски. Так, костюма состав. 57 акрил, 32 полиэстер, 8% шерсти, 3% спандекс. Но это их стандартные, юникловские. В принципе, если это не шерсть, то у них шерсти 8%, а все остальное там намешано. Вот, вот такой вот. Это было, стоит он $50, размер small, а юбка у меня была размер medium. И стоит она $60, и состав у нее точно такой же, 8% шерсти. Приятная, мягкая такая текстура, и, в общем, неплохой этот костюм, жилет и юбка. Может быть, надо поиграться с размерами, с цветами. В общем, можно купить разного цвета, и будет костюм. Это не будет костюм, а вот мне именно нравится в таком в виде костюма. Именно мне кажется, что вот это и есть идея в этом. Кстати, мне кажется, я не показала в белой юбке. Сзади у нее есть шлица. Я не помню, показала или нет, но вот показываю на серой.
А так состав все то же самое, как белое, только цвет. Курточка стоит $100. Размер смол у меня был. И это, значит, все полиэстер. Ну да, конечно, это не... не теплый, не теплый пуховый жакет, а вот такой вот еще на осень на кнопках. Кнопки пластиковые, здесь вот одна кнопка и карманы. Тоненький он, довольно тоненький, совсем такой, знаете, на весну, на лето, но симпатичный. Так, юбка с карманами. В принципе, вот тоже размер медиум, она мне нормальна, мне просто нужно правильное белье надеть с ней. То есть вы видите, что она мне не узкая, ничего, а здесь просто вот за счет цвета и за счет того, что эти карманы не торчат, ничего, за счет цвета и за счет, вот свет здесь так падает, я уверена, что если я выйду на нормальное освещение, она будет выглядеть намного лучше. А, значит, они есть, она такая, знаете, как будто фланелевая, они есть разных тоже цветов, она такая немножко расклешена к низу. И тоже в ней есть карманчики, сверху резинка, прикольная юбка, очень даже неплохая. Так, эту юбку я тоже поменяла на ларч, и заодно уж раз я пошла, так я уже принесла вот этот вот подходящий к ней топ костюм. Он такой, знаете, поло с замочком, воротничок поло. А, значит, юбка ларч, топ у меня медиум. И сейчас я попробую заправить, и вы увидите, что вот ларч, вот эта юбка ларч мне лучше. И даже в ней у меня все равно как-то вот немножко, ну, как бы отпечатывается животик. Вот такого она фасона. Вроде бы она не такая уж и узкая, вроде бы она нормального, совершенно нормального размера. Ну, вот если вот это, я могу сказать, что ларч довольно большая, то здесь прям, ну, то есть... она мне нормально, но живот отпечатывается, потому что, ну, как бы я похудела, но живот у меня остался все равно. Нет того, что, не, как в Беларуси у нас говорили, нема того, что раньше было, нема того, что раньше было, как-то так. Ну, в общем, нет того, что было, хотя я и похудела, но как бы некоторые части тела все равно остались, ну, такие выпирающие слишком, того, что раньше у меня не было. У меня никогда не было живота, потом я поправилась. Потом я похудела, а живот остался. Вот так. Ну, может быть, это еще цвет, здесь такой, ткань такая. Ну, в общем, смотрите, вот это ланч. И вот этот вот костюмный топ такой, такого же фасона, такой же ткани, такого же цвета. В принципе, костюм неплохой. Такой спорт-элегант, как это называется. Спортивная элегантность. Юбка с карманами, длинная, чуть расклешенная. И вот такая вот спортивная, как будто бы олимпийка такая, знаете, я бы сказала. Но когда они все одного цвета, это выглядит симпатично вместе, мне кажется. Юбка 65 хлопок, все остальное полиэстер. Удивительно, что здесь хлопок. Она такая немножко, как будто даже шерстяная, но нет. Стоит она $50. Размер медиум. Сзади, видите, у нее такая сделана шлица. Спереди у нее ничего. Просто вот юбка и... юбка. Здесь резинка вшитая, замка нету. Ну, в общем, такая очень базовая, карманчики. Простая такая, ничего особенного. Ну, неплохая юбка, так на работу ходить мне нормально. Так, топ такой же состав, как и юбка. Это был размер медиум, стоит он $50. Вот, видите, что у него здесь? У него, по-моему, да, 65 хлопок, 35 полиэстер. Так, смотрите, вот брюки мне реально нравятся. И вообще темный цвет, он как бы более скрадывает все недостатки, хотя вот в брюках ничего не отпечатывается, ничего не видно. Очень хорошая длина и ширина. Посмотрите, они прямые, широкие, такие клешные брюки. По-моему, такой же ткани, как вот эта вот юбка. И они прям реально хорошо сидят. И такие мягкие, удобные, хорошие штанцы. Сколько они стоят? Мы сейчас посмотрим. По-моему, $60. Дороговато, конечно, для Uniqlo. Но я думаю, что до распродажи они не доживут. Потому что они действительно такие правильные, хорошие брюки. На зиму, вот знаете, то, что нужно. Прям реально хорошие штаны. Я вам потом их покажу поближе. У них такая здесь... отстроченная стрелка на спереди, что, в общем, делает их очень элегантными. Хорошие брюки. Очень советую. Примерилась курточка, посмотрите, как хорошо. Скромненько и со вкусом. Вот эта куртка, брючки и какой-нибудь свитерок, топик. Здесь у меня этот, я не очень довольна, я вам потом расскажу, почему, но, в принципе, вот если вот так вот
одеться, то вы будете очень-очень неплохо выглядеть. При том, что на вас ничего такого особенного нет, никаких брендов, трендов, но классический вариант такой. Классические брюки, симпатичная куртка стеганая, немножко разных цветов. Вот мне даже нравится, что оно все не однотонное, не монохром, а все, в общем, как будто бы цвета не сочетаются, хотя, в принципе, неплохо. Темно-синий вот с этим вот оливковым очень неплохо выглядит. Такие цвета, что они сочетаются все совсем, на самом деле. Так, брюки 38% хлопок, все остальное полиэстер, значит, ну там разные синтетики. Это размер был 8, стоят они $60. Сделаны брючки очень-очень хорошо. Я ненавижу эти брючки, юбочка, ну, когда взрослые тетеньки говорят, ну вот что-то брякнуло. Вот видите, здесь зашита это, понимаете, стрелка. Да, застрочено. Вот, и поэтому они очень хорошо держат форму, и вообще они хорошо держат форму. Такая ткань зимняя, такая теплая, но в них на самом деле хлопок и синтетика. Но такое впечатление, что они довольно теплые. Классные зимние брюки, я думаю, что в них помещение не жарко, потому что в них хлопок и синтетика. То есть у них нету шерсти, нету никакого теплых, так сказать, материалов, но я думаю, что в них, поэтому за счет этого в них не жарко. У нас проблема, что у нас в помещении очень сильно топят зимой. На улице холодно, а в помещении очень жарко, поэтому, ну, тепло, в общем. Поэтому как вот такие сильно теплые шерстяные какие-то кашемировые вещи у нас прям вот реально... Вы в них куда-то придете, и вы просто замучаетесь в них от жары. Кстати, про мое платье, вот это в горошек. Кто дождется конца видео, я обязательно расскажу. У меня про него есть очень интересная история. Надо было в самом начале об этом сказать. Так, 93 хлопок, 7 спандекс. Размер медиум стоит всего лишь $25. Вот его номер. Теперь, почему он мне не нравится? Видите, вот это горло, оно вот так вот сделано нехорошо. И это некрасиво. Видите, уже кто-то помадой смазал. Это, честное слово, не я, потому что я очень аккуратно всегда снимаю, одеваю. Значит, мне это не нравится, вот как оно сделано вот здесь вот. Оно должно прилегать, а оно даже, когда я его надела, вот здесь вот топорщится, и это видно даже вот на вешалке. То есть, как бы, вот это вот не очень хорошая идея. А так, в принципе, хлопок, как нижняя вещь под что-то, очень симпатично, но вот с горлом они, конечно, налажали. И вот вы знаете, мне очень нравится это платье. Оно вроде бы такое неказистое на вид, а вот наденешь и неплохо. Это тоже размер медиум, оно тоже сделано хлопок с синтетикой, вот такого же качества, как вот эти брюки и юбка бежевая, которую я мерила. Сейчас у них, видите, какие-то вещи такие теплые, но из полухлопковые. Что я уже, как я уже говорила про брюки, на самом деле это очень неплохо вот в наших условиях. Оно вроде бы такое плотное, теплая вещь, но то, что в ней нет шерсти, а из натуральных материалов как раз хлопок, мне кажется, это как раз вот в наших условиях для зимы это очень классно, потому что в ней не будет жарко. Вот такой вот длинный, клешный, расклешенный. Вот так оно выглядит плотно, то есть вы видите. Вот интересно, юбки медиум мне как-то были... маловатый. Видимо, очень зависит от фасона. Все-таки вот эти вот узкие юбки, мне все-таки надо было ларж брать, чтобы они были здесь вот ну так, не облегали. А вот клешные вещи медиум мне совершенно идеально подходят, абсолютно. Очень даже хорошо, я считаю. Так, сниму вертикально, чтобы было видно длину полностью. Рукава мне длинноваты, как всегда, карманчики. Вы знаете, неплохо. Неплохо, совсем неплохо. Смотрите, мне нравится с этой курткой тоже это платье. Вообще, эта куртка подходит ко всему. Ко всем юбкам, ко всем брюкам, ко всем платьям. Вот такая курточка, которая на все случаи жизни подойдет вам. Я вот ее так надела здесь с этим, с платьицем. И мне даже очень вполне кажется, что вполне неплохо. Цвета такие все, знаете, осенние, приглушенные. Но вот они вроде бы как такие серые, буро-малиновые, но на самом деле вот освежив его вот это все вот каким-то таким вот светленьким светоручком тоненьким, вполне очень даже можно выглядеть вполне даже не так мрачно. Ну, куртка с платьем, конечно, мрачновато, потому что все такое серое, это защитное, но, по-моему, неплохо. Так, вы видите его состав? 65% хлопка и 35% полиэстер. Размер медиум, $60 он стоит, вот его номера. Значит, я вам хочу сказать, видите, кстати, видите, здесь есть еще размеры в сантиметрах. Бюст,
35-37. А кроме бюста ничего другого нет. И вот, если честно, мне нравится вот эта вот их идея, что они такие осенние, зимние, в общем-то, вещи, которые на вид выглядят как теплые, войлочные такие вот. И довольно толстые, плотные вещи. Вот эти брюки, вот это платье, оно сделано наполовину из хлопка. И это действительно классно. Вот никогда я не задумывалась над этим, потому что у нас действительно большая проблема. Зимой в помещениях всегда очень жарко. И если вы выходите на улицу в чем-то толстом, теплом, шерстяном, вы потом паритесь безмерно в любом помещении. И нужно надевать какие-то миллион слоев, чтобы все это потом можно было снять. Это все очень неудобно. А вот мне кажется, хлопок — это классная идея. Плотный такой хлопок, как войлочный. Так, девочки, кто-то смотрел до конца, бонусом рассказываю историю этого платья. Значит, купила я его 3 года назад. И оно у меня где-то, ну, летнее, провисело осень-зиму. И следующим летом, когда я попыталась его надеть, я поняла, что я из него безбожно растолстела, выросла. И я, в общем, избавилась от очень многих своих вещей, которые мне стали малы за то время, что я поправилась. И кроме вот нескольких вещей у меня есть, в том числе вот это платье, оно было с этикеткой, мне было безумно жалко его выбрасывать, потому что оно невероятно милое. Оно стоило ровно 3 копейки, оно совсем дешевое, долларов 30 я купила на какой-то распродаже, уже не помню где, в каком-то масс-маркете, но не Zara, H&M, а что-то другое. И вот оно мне висело, и у меня была целью в него похудеть. Я, значит, худела, примеряла его, значит, каждый там, я не знаю, раз в 3-4 недели, понимала, что оно мне еще, так сказать, маленькое, и продолжала худеть дальше. Когда я, наконец, в один прекрасный день влезла в него, одевая его на работу и застегивая сзади молнию, я молнию сломала. То есть, вы представляете, я несколько лет ждала, чтобы в него влезть, оно было еще с этикеткой. И когда я наконец-то в него влезла, я застегивая молнию, она у меня просто заела. И не туда, и не сюда, мне надо на работу. В общем, я просто ее все порвала, в общем, чтобы из него только вылезти из этого платья, потому что я это застегнуть не могла, молнию заела. И торопилась на работу, значит. И я подумала, что мне обязательно его надо починить, потому что это платье символ, можно сказать. Ну вот цель моя, ну не только это платье, но одно из. Я понимала, у нас очень дорого делать всякие ремонты на вещах, тем более оно с подкладкой, в общем, сложно все. Я отнесла в мастерскую, мне сказали, что оно будет стоить там 45 плюс налог, в общем, $50, короче. Я заплатила за то, чтобы поменять в нем молнию за платье, которое стоило $30. Оригинальная цена его была. То есть сейчас оно стоит мне уже 80 с помененным замком, но я не могла его просто выбросить, потому что я так долго старалась в него похудеть, и когда я наконец похудела, я сломала в нем замок, мне было ужасно обидно, и поэтому я решила, что я должна его починить и вот в нем ходить. Вот я сегодня в нем стою перед вами. Я надеюсь, что я вас позабавила своей историей. На мне еще вот монтажная брошечка здесь, и вот такой у меня сегодня аутфит. Все. Девочки, я надеюсь, что вам понравилось и было интересно. Всех люблю, целую. С вами была Дита. Всем пока. Всем привет из Канады. Бай-бай.